Грецию охватили масштабные лесные пожары. Пожар угрожает жилым домам. Грецию охватили масштабные лесные пожары, которые уже добрались до юго-восточной окраины Афин. Об этом сообщается в сюжете ТСН. Пламя бушует на покрытых лесом склонах. К тушению пожара привлечены 30 машин, 5 вертолетов и десятки пожарных. Ситуация ухудшает сильный ветер, который может раздуть огонь еще больше. Напомним, масштабные лесные пожары в 2015 году охватили южную часть Греции, в результате чего власти вынуждены были эвакуировать по меньшей мере 2 деревни и летний лагерь. По материалам сайта newsgro.com.